Снайперский версо, отлично. Все домой. О, нет, еще один версо. Блять! Что случилось? Ну, что-то интересное с версовым. Так, а я умер после того, после, как он появился. Да-да-да, сначала был версо, потом умер. Это очень интересно. Не-не-не-не-не, убили уже после того, как появился оверсол. Там кончился купол, но был уже оверсол в этот момент и пролетел от кнайтов, если я правильно понял. Все-таки вставайте назад к задней стеночке, потому что там кнайты не достают, и вообще купол не нужен. Да-да-да, прям мордой в колонну упираешься и ставишь купол. Я прям так и делаю, просто бакую в колонну и не сниму. Найт внутри. Артём, аккуратно к найт внутри. Все, они уже размяты. Слева делаю. Слева накоцано и два. Еще один версол. Снайперки, все снайперки версол. Первый приоритет версол. Все, теперь домой. Прячемся? Да-да, прячемся. Дайте чалис поискать. Что дальше делать? Я забыл рассказать. А, подлечиться можно? Все, забирай. Забирайте. Мобы аккуратно. Мобы внизу. Могу, если будут желтые ноги, генерить что-нибудь. Мне сейчас пока еще не будет. Да, там будут огры. А что сейчас делаем? Ждем, пока он свалит? Да. Потом повторяем то же самое, потом идем в правую нижнюю башню, тут под этими правыми кнопками внизу, вниз по лестнице. Снайперки готовьте тогда. Бег на эталон на пни. Где там жирный? Ах, блин. Я встал.
Так, правую нижнюю башню. Wait. Куда идти-то? Убиваться. Заберу челюсть у круты. А, я не понял, а что произошло? Артема убили. А. Тебя кнайфы запинали, что ли? Было бы круто, конечно, Артему ставить на приступочек купол, тогда бы и там кнайты бы его не пробивали. А вот нам здесь с этой стороны купол не нужен, а ему там как раз на камешке бы купол не помешал. Да, кошки, ну не так. Внутри, 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 Блядь. аккуратно. Блин, надо было шапку на лечение. Внутри не перестреляйте просто. Есть, разобрали. Сняли, сняли, точно. Good job. Молодец. Сейчас погоди, Евклид. Ну что-то какая-то фигня, да. Нет, у тебя Евклид на Shield Recovery. Может, мы еще что-то пропустили? Сейчас прокатывает. Прокатывает. Работает, работает точно. Давай уже, мужик, свали отсюда. Ушел. Так найти, не высовывайтесь. Валера, не бегай влево-вправо, пожалуйста.
пошел. И еще раз оверсолд. Пуля, пуля, оверсолд, давай. Готово, домой. А, нет, погодите, там. Вниз, вниз, вниз по лесенке, да. Как угры. О, как у нас удобно купол стоит. А со второй. Так, а где, где чашка? У кого чашка? О, огар. Так, готов. Возвращаемся. А что, куда дальше? На базу, на базу. Меч лежит, ага. Да, да, сейчас последний раунд. Ну, возможно. Подожди секунду. Крот стоит в серединке, да. О, да. Гейткипер пришел. Он за мечом пришел. Не трогайте их, отходите. Отходите в центр. Сворот веру. Собак всех. Крот, крота пришел, крота пришел. Со всеми чуваками. Нет, нет, он стоит справа. Просто стоим внутри и все. Артем, забей на них, сейчас меч исчезнет. А еще, значит, все тогда это. Вот он заглючил, видимо. Да, сейчас тогда круто будет уходить. Я ни черта не понимаю, что творится. А глюк, глюк случился в секвенсе. Банджи гейминг опять. Ну да. Ну как раз. Тогда не торопись. И все. Так. Так, а сейчас что делаем? Круто ушел, повторяем. У нас Артема не добили его. Шилд не доснялся у него почему? Давай. Да. Бля. Но. Я ничего не понял, что произошло. Когда выстрелил из Белхорна, тут рот и не снялся шилд, и он, соответственно, зарубил Артема. Мы выстрелили синхронно, но такое чувство, что дамаг не прошел.